Сегодня хочу вам показать самсу узбекскую. Очень вкусная самса. Даже бывает с сосиской. С картошкой, с сосиской, куриная и мясная. Это перекус по дороге у нас тут получился. Даже кока-кола вот здесь есть. И, кстати говоря, цена, стоимость одной самсы с мясом 2500. Короче, одно с мясом, одно с картошкой всего стоит 5000 сум. Это, знаете, 50 центов. Вот. Смотрите. О. А кока-колу тоже можно одну? Кола? Да. Во, Виталий, сегодня вот у нас, у меня такой экспромтом обед. У нас. Вкусно? Да. О, очень вкусно. Так. Я сначала с картошкой попробую. Она как? Хрустящая. А, картофель? Тесто вообще слоеное. Очень вкусное. Видите, сразу? Нет, ладно. Сразу... Здесь же заворачивают. Смотрите, какие красивые треугольники. Стоячие. И шарики. Вот эти круглые с мясом. Я их ем. Очень вкусные. И квадратные есть с картошкой. А треугольные с чем? С мясом? Мясо там есть. Куриные есть. Сыр. А, это куриные. Тесто по-другому. Там слоеное. Это по-турецки. Вот те вкусные, которые я... Здесь, кстати, ну вот готовят самсу вот, прямо возле дороги, но здесь очень вкусно и аккуратно. Я вот здесь сейчас тоже обедаю. И цена, кстати говоря, очень хорошая, приемлемая. Готовят для печки. Мясо с курицей еще есть. С картошкой и с сосиской. Давайте две с мясом, две с курицей. Во, видите, какие красивые. Ну и две с картошкой. Картошка очень вкусная, мне понравилась. С мясом тоже.